Всем привет! Сегодня 17 июня. Наконец-то мы приехали на дачу с ночевкой. Я уже успела покосить газон. Вот вы видите, вся травка покошена, скошена. Что у нас имеется на сегодняшний день? Ну вот подросли гортензии. Очень интересный вариант получился с барбарисами. Желтый, красный, зеленый. По краям это одинаковый сорт, это Golden Touch. А в центре это Каранита. Здесь у меня еще три гортензии. Они тоже идут в рост. Это у меня яблонька. Достаточно взрослая. Вдалеке там груша, тоже взрослое дерево. Еще одна яблоня. Вот это вот черешня. Туя смарагд. Они очень быстро растут. Именно туя смарагд. Это у нас яблонька мельба. Она в этом году цвела. Может быть, даст первый урожай, пока не знаю, не вижу. Это еще одна гортензия, это обычная древовидная. Вот еще такая туечка, смарагд. Очень выросла. Сирень. Сирень Алиса Хардинг, махровая, белая, сортовая. Черешня желто-красная. Черешня желто-красная в ягодках. Вот они маленькие там, видно. Погода сегодня неустойчивая. То дождик небольшой, то солнышко. Вот сейчас небо голубое, но оттуда идут тучи. Так что, может быть, опять будет дождь. Это тоже яблоня. Она у меня и ломалась, и вся до сих пор подставленная. Изначально я ее начала формировать неправильно. И получилось так, что у нее ствол треснул один, но я его подставила. А другой ствол, он сгнил уже лет 7 назад, когда был такой потоп на участке. После этого я поднимала, завозила 3 КАМАЗа земли сюда. Ну вот она плодоносит, причем плодоносит хорошо. И уже тоже такая большая. Ну вот видно, что она подставлена вся. И вот здесь в этом месте была трещина. Я ее смазывала, все делала. Ну, вроде бы. Так, а где-то она тут. А, ну. Ну вот, пошли с этой стороны веточки расти. Вот на эту сторону. А то она у меня была какая-то однобокая. А сейчас вроде вот она выравнивается. С этой стороны тоже пошли ветки. Вот такая вот интересная яблонька. В том году она очень хороший урожай дала. Так, ну вот эта черешенка у нас не плодоносит в этом году. Слива. Вот такая вот слива. Это все прирост этого года. Потому что до этого это стояла просто палочка. Вот такая слива. К ней, говорят, надо сажать вторую, чтобы она начинала плодоносить. Но я, не знаю, не купила вторую сливу. Ее, в принципе, сажать некуда. Сад уже достаточно большой. Здесь две груши. Раз, два, три, четыре. Четыре, по-моему, яблони. Так, еще раз. Раз, два. Да, три, четыре, наверное. Две черешни. Вот тоже яблонька. Хорошенькое деревце такое. Вот она, эта груша. Давайте посмотрим, какие на ней игрушки уже. Вот, посмотрите. Вот такие игрушки уже. Да, груш будет много в этом году. Так, здесь у меня шиповник. Это у нас идет смородина. Полновидная. Так, вот черная смородина. Вот черная смородина.
Вот она вся в ягодах будет, очень хороший урожай. Их очень много, ягод. В том году я всю ее обрезала, убрала старые ветки. Ну, в общем, она с благодарностью отозвалась на это. Это мои грядки. Дождь поливал дня 3. Огурцы всходят, но их то ли кто-то кушает, вот я не пойму. Вот эти хорошенькие 2. А вот эти уже кто-то съел. Но это, по всей видимости, из-за сырости. Вот они всходят потихонечку. Вот, вот огурчики. Вот тоже. Здесь у меня петрушечка, она такая многолетняя. Там вот взошел укропчик. Это мои пионы розовые. Вот они все в бутонах, эти пионы. Яблонька. Ива. Так. Вот мои хосточки. Ну, это, по-моему, альбом маргината. Все-таки, вот мне так кажется, тут припоминается. Вот еще одна. Билбринка, что ли она называется. Вот это груша. Вот так сидят мои помидоры. Конечно, залило у нас все капитально. И нет тепла. Говорят, вот сегодня в субботу будет тепло. И завтра 23 градуса. А потом опять дожди на неделю и похолодание. Поэтому я не знаю, что у нас в этом году будет с урожаем. Ну, клубничка цветет, пожалуйста. Вот клубничка. Это у меня кипарисовики. Такая груша. Кстати, груша я тоже в том году один ствол у нее спилила. И вот она теперь вот так выглядит. Обрезала клоновидочки, ирисы зацветать скоро будут. Тут это роза. Ну, вроде прижилась, могу сказать, потому что листики у нее зелененькие. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Лилии и ирисы еще тоже зацветают. А вот эти ирисы зацветают первый год у меня. Вот которые вот эти вот. Вот они. Так, здесь у нас девичий виноград в парке. Это гортензия, я ее тоже подвязала все. Вот такая вот. Еще один барбарис Тунберга красненький. Можжевельник Blue Alps. Это конники все. Это хоста Cross Regal. Я очень люблю хосты и хвойные растения. Я вообще люблю все растения. Они это чувствуют и отвечают взаимностью. Вот такие вот. Вот эта елочка коник, она только посажена в этом году, поэтому она немножко переболеет, и у нее будет голубая хвоя. Так, что тут у нас? Ну, вот она. Это коника у нас. Да, вот такая вот. И можжевельник. Так, это у нас лиственница. Ну, у нас весна поздняя. Лето еще, по-моему, так не наступило, поэтому вот пока в таком виде. Сосна Шверина, вот она дала приросты. Это калина, можжевельник, гортензии тоже. Это надо подвязать сегодня крыжовник. Он опустился, тут ягодок много, надо его кустик подвязать. И, наконец-то, я вам хотела давно показать пузыреплодник дьявола. Я очень ждала, когда он зацветет. Это такая красота. Безумные красные листья и белые цветы. И он у меня на штамбе. Это клен штамбовый тоже. Вот, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим с вами, какие цветочки тут. Вот такая прелесть. Ой, а запах какой. А запах какой. Это просто... Это такая красота. Камера, к сожалению, не передает
ни запаха, ни всей красоты этого дерева. Ну, вот. Вот такой, ой, вот такой шарик. Очень красивый. Ну и клён фламинго тоже начинает. Так, вот он поднимается ветерок. Такое ощущение, что дождик будет. Вот такой клён. Вот так я покосила весь участочек. Все просматривается с любого уголка, пожалуйста. Вот еще раз красота моя. Так, пойдем дальше. Вот, пожалуйста, приросты у обычной сосны. Юшка. Здесь бархоточки. Георгины начали показывать ушки свои. Ива еще одна. Можжевельник. Ой, не можжевельники, а барбариса. Ну вот, цветочки потихонечку начинают наращивать зеленую массу сначала, потом, естественно, они будут цвести. Вот так у нас готовятся зацветать ирисы. Ну вот, тут пупси выросла тоже в этом году. Локса, пион белый. Так, астильба, туисмарагд. Вот тоже вид. Вид на весь участочек. Вот так вот. Стараюсь держать в порядке, чтобы сад был ухоженный. Всегда все удобряю. Ива. Плакучий гном, елочки. Вот елочки такие хорошенькие уже. Елочки самые обычные из леса. Вот такие. В принципе, это все, что я хотела вам показать сегодня. Очень я рада, что зацвел пузырь-плодник дьявола мой, штамбовый. Это сирень красавица Москвы. Вот, так что всем хороших урожаев. Всем пока-пока.